Охуеть, Япония. Я, конечно, понимал, что когда-то я там окажусь, но это будет через пару часов уже вылет. И этот час пришел. Если принести канистру и поджечь, вот насколько японцы бы обиделись на нее. Чаще спалить все к хуям. Еще и деревянная, она же моментально сполохнет. Ты как думаешь, это смертная казнь была бы? Осуждаю. Это первые обезьяны, которые вне клетки. Я никогда в жизни не видел вот так вот, чтобы гуляли обезьяны. Пишет: Дима, я все для себя решил. В следующей жизни я рожусь в Америке. Рожусь в Америке, привезу себе жену из Японии. Алекс, блядь. Спасибо за донат, Алекс. Низкий поклон. Когда пошло, все пиздец, не остановить. When it goes, смея в ахуе просто.